Я, Сопик Станислав Николаевич, 11.05.1968 года рождения, подданный Российской Федерации, был офицером Российской Федерации, уволился в 1994 году. Я осуждаю Российскую Федерацию как страну-агрессору по отношению к мирному населению данной страны. И в знак протеста я сжигаю паспорт данного государства. Почему? Потому что я не хочу не иметь никакого отношения к данной стране, потому как брат, который назывался братом, напал на мирных жителей данной страны. Слава Украине! Героям слава!